Воу! Ребята, вы посмотрите на эту карту. Привет, меня зовут Пози. Добро пожаловать на новую битву построек в Бравл Старсе. Победитель получит 2000 гемов. Я дал задачу своим подписчикам построить карту за 15 минут. Карта, которая должна стоить 2000 гемов. Она должна быть связана с игровым элементом. С гемами, с монетами, с кубками, трофеями. Ну и лучший получит 2000 гемасов. Ну а перед началом этого ролика обязательно поставьте свой лайк под этим видео. Напоминаю вам, 80 тысяч лайков. Это вам не томаты жрать. Так что, ребята, нажимайте прямо сейчас на кнопочку лайк под этим видео, а мы начинаем. Ух, как же я соскучился по Бравл Старсу. Первая карта называется Кубасик. Да, это кубок из Бравл Старса. Смотрите, тут у нас есть два портала. Вся карта полностью состоит из кустов, потому что это единственный желтый блок в Бравл Старсе. Добавьте больше блоков, пожалуйста. Окей, ребята, давайте мы с вами сыграем на этой карте. Воу, мы все заспавнились в одном месте. Давайте сразу же все потимимся. Потимимся, ребята, да. Мы не собираемся друг друга убивать, потому что я хочу осмотреть эту карту. Смотрите, 5 человек заспавнилось с одной стороны. Видимо, другие 5 человек заспавнились с другой стороны. Все, ребята, мы с вами забегаем в кустики. И да, эта карта действительно кустатая. По-другому здесь невозможно ее описать. Карта полностью состоит из кустов. И в целом эта карта на 6 из 10. За 15 минут эту карту вполне реально построить. Неплохая карта. Оу! Кто батлится? Нет! Я упрыгиваю. Фух! Я смотался. Да, в смысле? Смотрите-ка, а, засел в кустах, убил меня, поджидал момента. Некрасиво, некрасиво. Даже не дали мне осмотреть карту до конца. Карта небольшая, занимает лишь половину пространства. Я думаю, что за 15 минут можно было построить что-то еще круче. Хотя я бы точно не построил, честно вам скажу. Ну что ж, дубль номер 2. Смотрите, все играют за Эдгаров. Ребята, не атакуем. Не атакуем! О май гад, для кого я вращался? Объясните мне. Все понятно с ними, все понятно. Если вы не хотите со мной тимиться, ну и не нужно, окей. Так, сейчас вот такое небольшое вращение. Все, отлично, кажется, мы с вами нашли компромисс. Все, не подходите ко мне. Не подходите. Ох, сколько же здесь Эдгаров. Это просто игра, все играют за Эдгаров. Так, ребята, давайте мы с вами забежим в кустики. Армия Эдгаров! Я хочу посмотреть, как работает этот портал. Так, хоп, телепортируюсь. Та-дам! Все одновременно тапнулись в другую часть. Кажется, я посеял хаос среди других Эдгаров. Та-т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 а. Оп, двух убил. Отлично. Пора спать, атаковал этого чувака. Так, убил типа. Опа! Нет! Так, я его вырубил. Да, получилось. Оу! Ничего себе. Почти занял топ-1. Второе место тоже неплохо. Идем на следующую карту. Кубок Бравла. Что ж, эта карта выглядит более минималистично, но она похожа на кубок. Больше, чем первая. Надеюсь, не все участники построили одни кубки. Тут игроки спавнятся в разных частях карты. Это уже очень и очень хорошо. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Ага, нет, меня не убьешь. Там на защиту пришел другой чувак. Кто здесь разгромил эти бочки, я понятия не имею. Фу, ну что ж, это достаточно выигрышная позиция. Ладно, нет, нифигашеньки, не выигрышная. Опа! Оп, убил его. Так, окей, убил кольта. Но нифигашеньки не зарядил свою ульту. Ладно, у меня есть еще гаджеты, так что все отлично. Дружище, тебе конец. Так, использую еще один гаджет. Нет, 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 нет! Не успел убежать. О, ничего себе, у чувака 11 банок. Стоп, получается, на этой карте есть еще и банки. О, это просто шикарно. Ну, Булу тут точно конец. С 15 банками чувак зарешал. Я в шоке. Я хочу найти эти банки на этой карте. А, вот они где. Они прямо внутри кубка. Я почему-то на это сразу не обратил внимания. Ломаем эти баночки. О, да. О, да. О, он мне решил отдать эти банки. Спасибо, бро. Я запомню тебя. Тебе это сочтется. О, смотрите. Кто это тут у нас? Оу, ничего себе, он меня сдамажил. Нормально ты придумал, конечно. Так, ладно, ребята, я с 7 банками. О, мы остались 1-1 против Була. Он бегает где-то внутри этого кубка. Я в этом уверен. Ну, давай, выходи. Ты же Бул, ты же смелый, да? Ну, ребята, однозначно я нахожусь сейчас в более выигрышной позиции, нежели сам Бул. Хотя, возможно, он сейчас где-то здесь. Опа, подпрыгиваю. Нет! Почти убежал.
Так, использую гаджет. Не подходи ко мне. Уи! Ха-ха! Что ты мне сделаешь, а? Что ты мне сделаешь? Я в безопасности. О, нет, дым подходит. Нет, 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 нет. Только не это, только не это. Я не знаю, что мне делать. Нет! Ай-яй-яй-яй-яй-яй! Зачем я это сделал? Ладно, мне конец. Вторая карта тоже достаточно прикольная. Идем к следующей карте. Гем! Наконец-то кто-то сделал гем. О, май гад! Это что, кактусы? Он сделал карту гема из кактусов? Ну, действительно. Гем, как бы, он зеленый, кактусы тоже зеленые. Чему я удивляюсь? Надеюсь, найдется игрок, который возьмет Фрэнка и который будет пробивать нам проход в центр этого гема. Кстати говоря, хотел бы вам напомнить, что вы можете купить мой мерч по ссылке в описании под этим видео. 5 цветов, худи, футболки, кружки, поп-сокеты, рюкзаки. Все это вы найдете на сайте Бромерчик. Ссылка в описании. Так, каточка у нас началась. Опа, я вижу что? Я вижу баночку. Так, тут у нас кольт. Кто-то догадался и взял кольта. Тоже неплохо. Эти два типа меня окружают. Йоу-йоу-йоу, Тим. Все, я такой смайлик веселый отправлю, да? Хоп, телепортируюсь. Так, куда я тэпнулся? А! Опа! Ты такого не ожидал, да, ворон? Еще один ворон. Давай, 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 давай. Почти его убил. Ладно, нужно было немного раньше использовать гаджет, тогда бы я смог убить этого ворона. Слушайте, за ворона здесь вполне неплохо играть. Чувак просто стоит возле портала и... Мне кажется, это наш победитель. Если, конечно, его Джеки не убьет. Ребята, спускаясь вниз, собираем банки. Хоба, использую гаджет. Так, смотрите, там Би фармит у нас ящик. Тут Кольт еще, который пытается загнать меня в ловушку. Нет! Убил его! Да ладно! Мы с вами играем спокойненько. Мы с вами пережили ядерную атаку. Сейчас с нами будет точно все хорошо. Не знаю, мы можем неожиданно с вами телепортироваться. Так, раз, два, три. Давай, 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 давай! Опа! Не ожидал такого? Оу! Как он меня с одного удара-то убил? Неужели он такой сильный? Карта гем достаточно прикольная, потому что она минималистичная. Тут есть порталы, тут есть черепа, тут есть гем. Гем есть? Есть гем. Поэтому проблем никаких не вижу. Карта хорошая, боевая. Мало мест, где можно спрятаться. Точнее, их вообще нигде нету. Такая круговая карта получилась. Идем дальше. Квадрат. Что такое квадрат? Нет, я считаю, что мы не будем участвовать с вами на этой карте. Квадрат. Какой квадрат? Монета. Вот это кек. Это будет мне сниться в кошмарных снах. Это реально крипово. Неужели монета в Бравл Старсе выглядит именно так? Окей, давайте все равно сыграем на этой миниатюрной карте. Мортис, не иди за мной. Не иди за мной. Опа, получи. Не подходить, не подходить. Так, все, ребята, я ушел в кусты. Оба, прочекаем все кустики. Так, 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 так. Смотрите, кто тут у нас. Получай, получай! А, нет, 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 нет. Оу, щит. Не успел подхилиться. Вот эта бойня была, конечно, в кустах. Я на лоу хп долго держался. Прошло 2 недели с момента выхода нового бойца. И все по-прежнему играют за Эдгара. Мне кажется, теперь этот боец навсегда войдет в историю Бравл Старса. Это уж 100%. Я просто должен занять укромное местечко. Вот где-то тут. Со всех сторон меня пушат. Ребят, мне очень страшно! Получай! Да, я его убил! Гаджет, пожалуйста! Уау! Нет, бомбы! Офигеть! Я думал, у меня получится засейвиться. Фановая карта, но криповая. Дом. Почему дом? Ну, такое себе. Мне постоянно приходят такие предложения поиграть на таких картах. Вы их построили за 30 секунд? Признайтесь честно. Кубок Пози. Воу! Хо-хоу! Ребята, эта карта мне нравится. Ну что ж, я думаю, что нам есть смысл взять ворона. Оу! Что со мной? Что со мной происходит, чуваки? Я не читер. Я просто так двигаюсь. У меня залагал Бравл Старс. Что со мной происходит вообще? Что это было? Почему я так двигался? Еще одна катка за ворона. Раз. Убил. Где-то здесь у нас бегает Мортис. Как? Что это?
так-то было? Как он так до меня быстро домчался? Я ухожу с этой карты. Воу! Ребята, вы посмотрите на эту карту. О май гад. Карта от игрока Орел Топ 1 GG. Ребята, кажется, я знаю, кто у нас сегодня будет победителем. Посмотрим, как будет играться на этой карте. Но карта выглядит невероятно круто. Просто невероятно круто. Это, пожалуй, лучшая постройка за сегодня. Тут даже рамочка есть красивая. О май гад, это что за сокровищница такая? Офигеть. Да за что же? Я даже не успел собрать банки. Меня сразу же убили. Ну, наконец-то я смог добраться до кубка. Вот эти чуваки, которые рядом со мной заспавнились, наверняка даже и не знают, что здесь есть такие вещи. Ай. Пожалуйста, дайте мне отхилиться. Да блин! Я так не могу! Меня со всех сторон атакуют! О, я опять здесь заспавнился. Но меня же здесь убьют, ребята. Меня здесь сразу завалят, вы понимаете? Сразу же! Ух ты! Ух ты, ну, о чем я и говорил. Я решил тоже взять Амбер. Я просто в выигрышном местечке заспавнился. Так, ладно, ребята, используем с вами сразу же гаджет. Все, отлично, понеслась. Ну да, меня убили опять. Я большего и не ожидал, в принципе. Ну как бы ладно. Последний раз попробую сыграть на этой карте. Может быть, мне как раз таки нужно играть за Сэнди? Ну что я здесь сразу же вижу? Я вижу здесь портал. Стоп, братишка. Я не успел отшибиться. Меня убил Фока. Ладно, все, хватит с меня. Я считаю, что эта карта крутая. Да, у меня просто здесь не получилось нормально сыграть, но вот он, наш победитель 2000 гемов! Я считаю, что это была лучшая карта за сегодня. Она очень креативно построена, выглядит красиво даже в миниатюре, на ней играется классно. Я погибаю 1000 раз. Но в этом-то вся и суть, что карта действительно сложная и безумно интересная, и все ящики находятся в одном месте. Поздравляем игрока с ником Орел Топ 1 GG с получением 2000 гемасов. Ребята, подписывайтесь на канал, ставьте свои лайки. Напомню вам, 80 тысяч лайков. Это очень важно. Ну а также не забывайте покупать мой мерч по ссылке в описании под этим видео. Увидимся с вами в следующих видео. Адьос!